Два года мы учились жить по-новому. Самоизоляция, локдауны. Может, мы Новый год неправильно встретили? А как правильно? Ну, ребята, у нас сегодня будет с вами прям тяжелый люкс. Твой папа самый скучный человек на свете. Я не понимаю, почему мой муж вас нанял. Он мне обещал сказку. Все, что я здесь вижу, недостаточно сказочно. Ты Витя не видел моего? Аглашу. Мою. Да. Мы опоздали на самолет. Да и пофиг. Полгода ты встречаешься с девушкой. Она у тебя все время устала, улетела, болеет. Кто я, по-твоему, аферист-махинатор? Значит так, либо ты приводишь ее сюда, либо едешь к дяде в Мурманск. Мы тебя ждем! Алиса, как у нас обстановка? Я нашла нам Киркорова. Где? Вот. Он что, не настоящий? Если я просто ее сегодня с мамой не познакомлю, мне все конец. Включайте свою женскую логику, давайте, что делать? Ну и все, вот это там олени, летающие сани. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Сегодня я ваш Дед Мороз, и я буду творить чудеса. Корабль готов, до отправления 10 минут. Что, мы начинаем? 5, 4, 3, 2, 1. Итак, вопрос первый. Дед Мороз существует?